Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм. Мы сегодня снова сели на проекте Amazing Replay. Сегодня будет у нас новое интересное видео. Будет дрифт, пацаны, поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Видосик реально будет очень интересный. Также не забывайте про промокод, пишите MM, потом промокод, указать друга ютубера и пишите мой промокод Кирилл Гейм капсом, за который получите 150 тысяч, 50 тысяч на 5 уровне и 100 тысяч на 10 уровне. Мой промокод можно вводить на любом сервере Amazing Replay. Итак, пацаны, сегодня я буду покупать себе обратно новую машину. Вы скажете, да ты содрал уже, сколько можно, Кирилл, сколько можно? Почти каждую серию ты покупаешь себе новую машину. Но, пацаны, эта тачка будет чисто для видоса. Я ее покупаю чисто, чтобы записать именно вот это видео. То есть я сейчас потрачу лям 500, чтобы просто записать одно видео, понимаете, и все. Поэтому за это точно поставьте лайк. Мы едем покупать, пацаны, дрифтовый корч, зимний корч. Это получается ВАЗ-2105. Но она необычная, я сейчас вам покажу, в принципе, что в ней есть, и расскажу, почему она все-таки стоит лям 500, потому что, ну, покупать эту машину за лям 500, вы скажете, типа, это дорого, ее можно в автосалоне купить за 50 тысяч, плюс там тюнинг 1200-300, а здесь чисто жигу я буду покупать за лям 500, поэтому смотрите видео от начала до конца, повторюсь, ставьте обязательно лайки и подписывайтесь на канал. Я понимаю то, что после зимы ее пофиксит, она не будет такая имбовая для дрифта, но я чисто хочу записать видос, и поэтому я ее покупаю чисто для видоса. Вы скажете, ты бы мог просто ее как бы взять, покататься и все. Нет, пацаны, я хочу именно купить, потому что тем более Антохе бабки нужны. Тем более он и так ее продает. Лучше пусть он мне ее продаст. Понятное дело, что скорее всего потом я ее не продам за эти деньги. Но так, чисто для видоса покататься, я думаю, нормально будет. Ну что ж, вот этот корч просто, это пушка, ракета. Давайте я вам покажу, за что я просто отдал деньги. Короче, здесь, во-первых, стоит клиренс 5%. Во-вторых, здесь стоит нитро, пацаны. Я катался на такой машине, на такой пятерке, только без нитро. А с нитро это будет, я думаю, намного веселее. Я как бы не жалею то, что я дал эти деньги. И здесь еще спойлер стоит. Конечно, спойлер такая, знаете, спорная тема, но выглядит неплохо. Мне нравится, прикольно. Надо сейчас поехать ее перекрасить. Ну, типа, я хочу, знаете, закос под ГВР сделать. Там есть Макс Лекса, и у него вот такая вот жиха есть, тоже пятерка. И она примерно вот в таком же цвете, только у него спойлера такого нету. Аккуратненько, давайте бочком сейчас будем наваливать. Под фон просто будем наваливать боком. Ну, для зимнего дрифта лучшей тачки вы не найдете, реально. Она очень хорошо держит угол. Можете сами это посмотреть. Реально, она очень хорошо угол держит. И она еще на расширении, на губе, на, получается, спойлерне тут. Ну, короче, реально красивая такая жига. Ну, чисто зимний корч, пацаны, чисто понаваливать бочком. Но с нитро, я думаю, это будет веселее. Именно на дороге, знаете, там, где есть такие длинные повороты. Вот с нитросиком она будет заходить вообще по красоте. Вот так вот бочком давай, родная. Да ты шо вообще? Красота. Давай, 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 тяни, тяни, тяни. Давай, тяни, тяни, тяни. Ой-ой-ой, молодец. Хорошо, хорошо проехали, нормально. Опа, давай, родная. Бочком залетаем. Сразу на кольцо. Бочком, 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 бочком. Нитросик подрубаем. Та ты шо, родная. Давай, кизывол, кизывол. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, пацаны. Ой, какая. Ой-ой-ой. Та ты шо, та ты шо, та ты шо. Давай, давай, давай. Пробуем бочком еще раз. Опа. Давай, давай, давай. Тянем, тянем. Блин, видите, когда я пытаюсь, знаете, так немножко притормозить, она скорость начинает терять. Но а если тапку в пол давить, то... Вроде бы все хорошо. Давай, родная. Ой-ой-ой, давай, давай, давай. Ой-ой-ой, та ты шо. Все, включил нитро. Пошла, родная, пошла в пляс. Давай, 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 давай. Давай, закидывайся, закидывайся. Опа, постанова. Постановка, точнее. Ой-ой-ой, та ты шо, красота, давай. Ой-ой-ой, та. Не, с нитро вообще она очень классно идет. Вот именно по такой дороге вообще кайф на ней ездить, именно с нитро. Но нитро почему-то ненадолго хватает. Вот реально, я вот этот два поворота проехал, все, нитро нема. Как-то, блин, на магнуме даже, наверное, дольше нитро держится, чем здесь. Вот то-то-то-то, ты шо, родная. Ох ты, как разогналась. Надо лево-право так давать просто. Лево-право, лево-право. И все будет хорошо. Ой, как пошла, ой, как пошла. Ой, нитросика не хватает, чтобы по красоте делать. Давай. Захасанить просто, захасанить надо красиво. Давай. Ой-ой-ой. Давай, давай, давай. Ай,
немножко я переборщил. Амазин красавчики в том плане, то, что они эту жигу добавили не куда-то там в ивент, а именно в автосалон. И любой рыжик может себе позволить купить ее и как бы просто наваливать боком. Как бы это она в стоке так едет. Ну как в стоке, на чипе обычном она так едет. Она очень хорошо подходит для дрифта. И там еще есть ВАЗ-2104. Она тоже там расширение. Я на ней не катался. Она вроде бы тоже хорошо боком едет. Хасанить, поедем. Лево-право руль и пошел. Вот реально, пацаны, чисто я купил эту тачку за лям 500. Для одного видоса и все. Потом я не знаю, что я буду с ней делать. Либо я ее продам, либо я ее просто потом подарю рыжику, либо разыграю. Что она, конечно, жестко скользит. Опа, да ты шо, даже засейвил, видели просто. И пошел с нитро, пошел. Ой-ой-ой-ой-ой, кизвол. Давай, пошла. Пошла. Ой, как красиво, пацаны. Ой, как красиво. Та ты шо? Бог дрифта просто заехал на гоночный трек, понимаете? Не, красиво, пацаны. Красиво. Вот реально, вот сейчас было прям... Муа, персик прям был. Ну а так, пацаны, бочком, конечно, идет хорошо, да? Хорошо такая. Ой, этот поворот вообще, ну, знаете, так сейвится просто, сейвится. Хопа. Давай, кизевол должен был быть, ну ладно. Так, погнали еще раз поворот этот пройдем. Давай. Ой-ой-ой, хорошо. Очень даже хорошо, очень хорошо. Еще бы этот поворот успеть пройти. Ой-ой-ой. Та ты шо, мамочка, роди меня обратно. Какой сочный дрифт только что был. Я балдею просто. Шо, пацаны, я думаю, на сегодня дрифта хватит. Видос вышел, наверное, на минут 10, как всегда. На самом деле, я снимаю видосы по минут, там, 15-20, но я вам показываю всегда самое интересное, самое красивое. Ну, жига реально красивая просто, да, такая сучка такая, сок еще номера двоечки. Я вообще, кстати, об этом не сказал, потому что здесь стоят полублаты. Ну, мне как-то номера вообще пофиг было, на самом деле. Но выглядят прикольно, кстати, номера. Сок двоечки, так, ну, смотрится, да, пацаны, так. Гармонично смотрится. Поэтому жига я доволен, обошлась она мне в лям 500, но я думаю, оно того стоит. Я думаю, я еще не раз на ней выйду похасанить, может быть, там на стримах еще покатаюсь на ней. Я доволен машиной, не зря потратил деньги, снял для вас контент. Надеюсь, то, что вам видос понравился. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.